Я вам скажу так, да, что кто пробовал наш желтый Summer Sun, он после этого только будет покупать этот желтый томат. Потому что на вкус он очень ароматный, он очень сладкий. Чем он хорош? Растение очень сильное. Оно завязывает по такие двойные, тройные кисти. Это показывает силу растения. Плоды могут собираться как кистями, так и поштучно. Он хорошо отламывается. Вот так. Вот. Вот его потенциал. Двойная, тройная кисть. И это уже по счету четвертая, пятая. Вот, смотрите сюда. Вот. Очень сильное растение, подходит как для первого, так и для второго оборота. Средняя масса плода 20-24 грамма. Я предлагаю всем продегустировать. Не бойтесь. И мне скажете свое мнение. Как виноград, да? Фоловтесь та стежте за новинками на нашому каналі.